90 сантиметров, вес 76,8 килограмма. Professional record 13 pounds, 9 victories, 4 losses. Профессиональный рекорд 13 боев, 9 побед, 4 поражения. His style is Brazilian Jiu-Jitsu, fighting out of Pesco Pala, Poland. Please welcome Michal Vancek. The medal soul, official weight 77.1 kilograms. Бойцу 26 лет, рост 177 сантиметров, вес 77,1 килограмма. His professional record 6 wins, 4 losses. Профессиональный рекорд 6 побед, 4 поражения. His style is MMA. Ladies and gentlemen, from Grozny, Russia, Hussein Kursaga! Хусейн Кушагов свой путь в единоборствах начал уже непосредственно со смешанных единоборств, с ММА. Но вот, кстати, Кушагов именно тот самый боец, который начал заниматься смешанными единоборствами, справа заряжает. Сразу, да. Пробивает мощно Хусейн. Ну, винчик высокий даже для этого веса, да, 77 килограммов, метр. Длиннющие рычаги, поэтому, естественно, винчик будет... Ух, колено неожиданное. Такое короткое движение, резкий прыжок вперед. Но Хусейн молодец, защищался. И посмотрите, такой классический перевод после подхвата ноги. Еще хотел тоже по классике прямо. После подхвата ноги сразу же пробить в голову, но, опять же, тяжело достать до головы, которая вот там где-то высоко находится. Право по туловищу, очень хороший удар от Кушагова, очень жесткий. Прочувствовал Винчик, сразу начал смещаться. Да, паузу поймал серьезно. Причем мы прекрасно знаем, что вот этот удар с правой руки, да, по печени слева тоже всегда больно и неприятно. Удар с правой руки, он по корпусу, он... А, пристрелочный, и Б, тоже... Вот еще раз справа, тяжело. Сдвоенный справа, великолепный удар от Хусейна Кушагова. Винчик принял на себя очень серьезный удар. Ой-ой-ой, посмотрите. И почувствовал Кушагов, что может добить. Да, сейчас может быть добивание. Посмотрите, Винчик в такой отчаянной попытке работает корпусом, пытается защититься, и вот сейчас так немножко заводит еще раз справа, провоцирует Кушагова, но... Хусейн отбрасывает его к сетке мощнейшим ударом в корпус в очередной раз. Обратите внимание, все три очень жестких удара справа от Кушагова. И Винчик все три пропустил. Да, Винчик, понимая, что в стойке не ладится, понимая, что он пропускает, решил идти бороться. В общем-то, это вполне оправдано. Но Хусейн Кушагов был готов и к такому развитию событий. Оказался он сверху, проход нивелировал, и посмотрите, просто укладывает, да? Спокойно почему-то легко, делает. Легко, одними руками просто разворачивает соперника и сейчас берет шею. Нет, не берет, прошу прощения. Кстати, я вот по ходу трансляции сегодняшней говорил всегда и тоже по традиции дам же эту информацию, что вчера на официальной церемонии здешней Хусейн Кушагов показал 77 килограммов 100 граммов, а его оппонент из Польши Винчик 76 800. То есть еще и недовес. Да, их разделило вот 300 граммов. Ну и, естественно, мы знаем, что он вот также поймал тот самый кураж из победной поступи и развития своего профессионального рекорда. Ну и мы видим, продолжает контролировать соперника Хусейн Кушагов, продолжает обстреливать его с обеих рук. Правильно, потому что если он останется на одном месте, то, конечно же, все удары он примет на себя напрямую. Да, ну и сейчас мы видим, что Кушагов двигает соперника поближе к сетке для того, чтобы максимально затруднить ему отходной маневр, лишить пространства и продолжает наносить удары. Много ударов в защиту. Защиту, но при этом... это потрясение. Да, это потрясение, потому что одной ладони иногда может и не хватить, чтобы себя спасти. Да, тем более это не боксерская перчатка, абсолютно. Это просто обычная рука, да, четырехунцовые перчатки. И закрыться тут блоком наглухо не получится. Поднимается Винчик, более высокорослый спортсмен. Конечно, это колени, да, в голову. Конечно. Это тот самый тайский клинч. И здесь может быть преимущество. И оно было буквально несколько секунд. Но тут же расцепились два бойца и стали стоги. И по туловищу тот самый удар справа. Блистательно. Тот самый удар справа. Фантастика. Четвертого соперника в нокаут. Вот, посмотрите, удар в живот. Очень жестко. Одного, причем, да, хватило. Причем, видимо, в том числе 100 сантиметров
оппонента из Польши. Время остановки боя 4 минуты и 59 секунд первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал Эндио Фридер. По тактикал нокаут Хусейн Кушагов. Да, поздравляем Хусейна Кушагова. Его соперник, как выяснилось, не дотерпел всего одну секунду до гонки.